Привет, зритель. Вчера я делала заказ на Озон, потому что у меня закончилось арахисовое масло. Про него я потом расскажу в пустых коробочках, которые вот вообще, как бы вот этот пакетик и еще где-то половина такого пакетика. Но сейчас будет у нас разговор про другое масло. Короче, масло, которое я очень давно хотела попробовать. Я про него слышала, читала, смотрела. Что я про него читала, я уже не помню. Но, короче говоря, поняла, что оно дофига крутое и полезное. Именно это крутое и полезное. Вообще такое масло крутое и полезное. И что-то меня все душило, жаба, денег не было. Было много всякого другого масла. Просто ставить уже было, как бы это масло все равно некуда. И тут арахисовое закончилось, и надо как бы масло. Нет, у меня есть подсолнечное нерафинированное масло, немножко кунжутного нерафинированного масла. Есть льняное масло, оно в деревне, надо бы его оттуда забрать. И еще есть мистер Рика подсолнечное с авокадо. Второй раз купила вот бутылку, первый раз как-то уже покупала. Кокосовое есть масло, как я могла про него забыть. Даже есть литр внутреннего сала перетопленного. И я перетапливала сама козье сливочное масло. Уже как бы топленое козье масло. Но вот надо было мне масло еще, на котором тупо жарить. В салаты ложить или еще что-то. И я купила масло рисовых отрубей на пробу пол-литра. На Озоне оно было по 288, у меня было 8 бонусов. Спасибо. Спасибо Сбербанку, что у меня теперь почему-то бонусы нифига не копятся. И ближайшие 2 месяца копиться тоже не будут. В общем, я последние бонусы списала. И вот за 280, точнее 279 рублей 90 копеек, потому что у меня было 8,10 бонусов. Я купила масло, которое доставила сегодня, и я даже сегодня его успела забрать. Ну, как бы я вечером ездила в гости, вот сейчас вернулась. А, короче, мне дали вот такой пакет. У меня очередной большой пакет от Озона. Прям очень большой пакет. Мне вскрыла девочка коробочку. Очень все там вежливая, хорошая. Мне так нравится на этой базе Озона официальной забирать. И что доставка вообще быстрая. Ну, обычно как бы через 2 дня, а тут я даже удивилась, что вот оно даже доставилось как бы не с 5 там где-то, как пишут, с 5 до 9, да, с 5:30 что ли, до 9 в срок доставится, а вообще где-то около часа, даже раньше, чуть раньше, чем в час оно мне пришло, намыло сообщение. Я что-то пока не настроила на своем новом телефоне это приложение Сбербанка, потому что с Вайберис приходит уведомление, что заказ доставлен, а с Озона у меня пока там не приходит. Коробочка. В коробочке бумажечка. Я помню, что обещала пошуршать такими бумажечками в СМР. Коробочку свезу на сожжение в сад. Как раз нам нужна какая-нибудь коробочка, чтобы разжечь траву, которую мы сжигаем всякую разную. Внутри был пакетик, а в пакетике вот это масло. У меня есть хороший теперь плотный пакетик. Ну и как бы там это масло продается, по-моему, 2 литра или 5 вообще литров тайра, пол-литра и литр. Литр не помню сколько, а вот пол-литра сейчас идет по 288. Как-то было по 270, по 290, даже что-то по 400 было пол-литра. Но еще какое-то было. Было какое-то масло 2 по цене одной. Ну, в смысле, не то чтобы там набором за 1000 с чем-то, 1100, что ли. Короче, по 500 с чем-то рублей 2 литровые бутылки. Я думаю, ну потом закажу, потом думаю, а что я их заказываю? Вдруг у меня это как бы не пойдет, это масло в такое, тем более 2 литра. Думаю, закажу сначала пол-литра. Вообще, я потом закажу себе или в Ашане куплю, посмотрю, что где лучше. Виноградное масло, то, которое я в начале года покупала за 300 с чем-то, а сейчас оно стоит 600 с чем-то. Слушайте, в 2 раза подорожало мое любимое масло виноградное. И так оно как-то меня жаба душит. Ну, вот рисовое я сегодня заказала, точнее, вчера заказала, сегодня забрала. Тайра, Аризонол, звездочка. Рисовое масло рафинированное, сделано в Таиланде, пол-литра. В общем, называется это масло рисовых отрубей. Я раньше думала, что рисовое масло и масло рисовых отрубей – это разное. Я его еще не открывала. Масло рисовых отрубей. Продукт популярен в странах Азии. Легкий аромат и деликатный вкус. Отлично гармонирует с морепродуктами. Я вообще что-то давно эти морепродукты не покупала, не ела. Даже как-то и рыба на рыбу-то как-то особо не тянет. Ой, у меня же есть пара вяленых рыбок. Надеюсь, они уже подсохли. Более устойчиво к высоким температурам. Рекомендуется для нормализации уровня холестерина в крови и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Применение жарко, гриль, фритюр.
Я только жарко. Гриль у меня ни гриля, ни фритюра нет, и я как-то не воспринимаю ни гриль, ни фритюр. Соусы и маринады, салатные заправки, приятный вкус и аромат, без запаха и гари, профилактика здоровья, 100% масло рисовых отрубей принято называть маслом здоровья. А тут еще какая-то дофига информация, срок годности 24 месяца. Вот сейчас срок годности увижу 10 марта этого года оно создано, и до 10 марта 2022 года оно будет жить. Как бы сейчас октябрь, и можно придраться к тому, что вот оно тут это, не совсем как бы свеженькое, да, но с другой стороны, наверное, его привезли еще до того, как коронавируса пришла в Россию со своим этим самым карантином. Хотя вот мне человек сегодня сказал, что в Питере вовсю гуляют, но я знаю, что в Ярике там этот день города отмечался, и вообще можно покупать одежду в магазинах и мерить ее там же, а не только на Вайлдберрис заказывать. Так, объем 500 мл, масса нет, 460 грамм, срок годности 24 месяца, доза розовая указана на упаковке, www.tyraoil.ru, контакт для потребителей, тут еще какая-то информация, полезные свойства. Купон диетолога, видимо, если навести телефон на купон диетолога, то будет вам счастье. В общем, куча всего такого. Нюхаю при закрытом масле. Вечно у меня проблема с открыванием этих кружочков. Я не буду сейчас на камеру открывать, а то мало ли. Я умею так открыть, что везде масло будет. Ну, тут наклейка «Озон» в этот раз, она в таком месте, что как бы и не мешает никому. А, в общем, что у нас тут? 884 калории на 100 грамм, среднее значение, жиры 100 грамм, фитостеропы, что это? 1190 миллиграмм, витамин Е, альфа, токофенол 32,30 миллиграмм, витамин К, филохинон, 24,7 микрограмм МКГ, гамма-аризонол, видимо, тот, который вот здесь вот со звездочкой, 0,8%, видимо, суточной нормы или что это, мононенасыщенные жиры 39,3 грамма, полиненасыщенные жиры 35 грамм, без ГМО и консервантов. До и после вскрытия хранить в сухом и темном месте при температуре от 5 до 25, это оба в плюс. И в закрытом состоянии при температуре плюс 12 и ниже масло может помутнеть и появиться осадок. Естественный процесс из-за содержания жирных крестов. Самое прикольное, что от плюс 5 до 25 хранить, но если у вас достигло плюс 12, как бы, ну, не состыковочка, то у него будет осадочек. При комнатной температуре масло полностью восстанавливается, что не влияет на его качество. Товар соответствует техническому регламенту на масложировую продукцию. Страна происхождения – Таиланд. Изготовитель розлитая упакована ООО «Тайра» в Башкортостане. Юридический адрес – город Уфа. Вот. Вот. Если, зритель, ты с таким маслом знаком, «Тайра», рисовое масло, масло рисовых отрубей, или просто юзаешь масло рисовых отрубей, дайте знать в комменты свое мнение, мысли и так далее, и т.д. и т.п. Такие дела, вот такой обзор. Всем спасибо за просмотр. Пока.